Масштабный субботник прошел в Махачкале на территории от редукторного поселка до Каспийска. Его организовали сотрудники Минприроды и столичной администрации. Также в акции приняли участие студенты, кураторы дагестанских вузов и общественные организации. Помимо сбора мусора, они провели реконструкцию будущих контейнерных площадок, были разрушены обветшавшие ограждения и очищены от отходов зоны, которые затем залили бетоном для установки здесь евробаков. Таким же образом в порядок приведут все контейнерные площадки, расположенные вдоль старой Каспийской трассы.